Старый год, прощай, ну давай бывай, мы тебя помянем и проводим. Вот уж близок час, вот запал угас, мы уже под елкой хороводим. Новогодний день с огнем сверкаю, с наступающим всем поздравляю. Новый год торопится стучиться, скоро чудо счастья приключится. Новогодний день с огнем сверкаю, с наступающим всем поздравляю. Новый год торопится стучиться, скоро чудо счастья приключится. Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги, новые люди, которые сегодня с нами в нашей комнате. Добрый вечер, поставьте единичку, если меня хорошо слышно. Спасибо большое. Джамиля, Татьяна Никитина, Клавдия Корнева, Наталья Скачила, Георгий Мурадов, Светлана Прядко, спасибо вам большое. Конечно, мы рады всех видеть в новом 2023 году. Мы, это я, Татьяна Лученкова, Наталья Васильевна-Скачилова. Напишите, с какого вы города, страны, откуда вы, напишите. Я вижу Рывкина Лариса, Москва, Краснодарский край, Тимашевск, Наталья и Дмитрий Фещенко, Наталья Скачилова, Красносельский, Георгий Мурадов, Армения, Ереван, Шахты, Найденовая Лидия, Литовкина, Ростов, Брянск, Светлана Прядко, да, Клавдия Корнева, Кубань, Клочкова Ирина, Калининград, здорово, Нина, Людмила Павловна и Нина Троценко, Ставрополь. Как всегда, у нас большая география. Здорово, конечно, мы все рады видеть друг друга. Соскучились уже, правда? Поставьте, пожалуйста, двоечки. Кто уже друг за другом соскучился, соскучился по нашим вебинарам. Да, действительно, это так. Людмила Зиновьева, добрый вечер. Конечно, конечно. И я всех... Ну, мы, наверное, с Натальей Васильевной Скачиловой хотим поздравить вас всех с новым 2023 годом. Пожелать всем счастья в новом году, чуть больше везения, конечно, здоровья вам, вашим близким. Всех вам благ с новым 2023 годом. Давайте здесь, в нашем чате, тоже поздравим друг друга. Ну, я не знаю, то ли смайликами, то ли каким-то приветственным словом. Ну, правда, вот правда, что мы рады, во-первых, мы снова все собрались. Конечно, Людмила Зиновьева, спасибо за твои смайлики веселые. Мы как будто бы не расставались, вот у меня такое ощущение. Отличные смайлики. Марина Кузнецова, здорово, супер. Итак, с Новым годом. Да, еще вот я пожелание хотела прочитать. Конечно, я всем коллегам желаю, чтобы Новый год принес успех, чтобы удача, счастье, радость настигла каждого из всех, чтобы теплым был очаг домашний, чтобы на работе все срослось, чтобы все то, о чем мечталось, вдруг удивительно сбылось. Поздравляем с Новым годом! И, конечно, мы сейчас все поздравим всех наших именинников декабря. Я хочу отметить, особенно конца декабря, да, вы тоже напишите, у кого были именины в декабре месяце, в конце декабря. Ну и в начале января мы сейчас тоже поздравим январских немножечко. У нас есть, у кого были именины, вы тоже в чате напишите. Но особенно
наверное, вам всем, мне. Мне хочется поздравить дорогую всем нам, очень человечную, очень такую близкую, лидера с большой буквы, VIP одну звезду Наталью Скачилову. Пожелать ей в первую очередь богатырского здоровья, Наташ. Пожелать твоему любящему щедрому сердечку быть всегда в строю, излучать любовь всегда. Наташ, вот эти вот смайлики, которые сейчас тебе будут присылаться, давайте Наташе все смайлики отправим, доброжелательные, такие классные, поздравим ее с днем рождения. Я хочу пожелать, Наташ, чтобы каждый день принес тебе лишь хорошее, новые планы, стабильность, уверенность, воздух бодрящий и утро погожее, свежие силы, здоровье, размеренность. Станет реальностью рок изобилия, в бизнесе радует преуспевание, счастье подарит, как в сказке и идиллию, внешность всегда привлекает внимание. Наташечка, вот эти все смайлики, дорогая, это тебе. Да-да-да, конечно, Людмила. Всех плюс именинников поздравляем, однозначно всех поздравляем. И я хочу отметить еще одного лидера мнения города Ростова-на-Дону. Мариночка, ты мне прости, пожалуйста, фотографию твою не поставила, но в следующий раз обязательно мы будем еще поздравлять январских именинников. Я хочу поздравить 7 января лидера мнения Марины Кузнецовой, города Ростова-на-Дону, тоже был день рождения. Мариночка, дорогая, с днем рождения. Ты преданнейший человек компании, преданнейший партнер компании. Ты много лет в одной компании с одним и тем же продуктом. Здоровья тебе, Марин. Здоровья, счастья, счастья, всех тебе благ. Да, Джамиля, поздравляем, конечно, поздравляем. Вот Клавдия написала Лаукс, Валентина, тоже 7-го день рождения. Поздравляем тоже Валентину. Да, Светлана, всех именинников самого-самого. Ну, конечно, хорошо было бы, если бы прозвучали или написали, были написаны их фамилии, их имена. Всегда это приятно. Еще раз я озвучиваю тех, кого я знаю. Это Марину Кузнецову, Наталью Скачилову. Вот Лаукс Валентина, которую написала Клавдия. Клавдия и Наталья Скачева тоже написала. Поздравляем Иванову Варвару с днем рождения. Конечно, здоровья и всего самого лучшего. Итак, вот сейчас я буду озвучивать акции новости промоушены. И у нас у всех есть время пригласить на очень нужную и животрепещущую тему, которая сегодня будет звучать чуть-чуть позже. Почему продукту Project V доверяют? Мы прекрасно знаем, что на рынке огромное количество БАДов, на рынке огромное количество предложений по здоровью, на рынке огромное количество всяких методик. И человеку очень трудно в этом океане разобраться. И то, что вы сегодня услышите, вы вооружитесь вот этими знаниями. И они очень сильно помогут вам и вашим близким устоять в этом море океана знаний, разобраться и принять твердое решение. Почему продукту Project V доверяют 26 лет? С одним продуктом, в одной компании эти люди все время находятся. И это будет спикер выступать чуть-чуть позже. А сейчас акции, новости, промоушены. Конечно, мы знаем о том, что перед Новым годом пришла большая партия Classic Hit, Direct Hit, включая последние новинки. Продукт поступил во все страны, и львиная доля задолженности уже отправлена. И в январе мы приложим все усилия, то есть приложит компания усилия, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему и перейти к свободной продаже. Поэтому те, кто еще недополучил, не переживайте, обязательно получите. И компания сделала большое заказное производство во Франции, который должен обеспечить бесперебойное снабжение офисов наших и складов весной 2023 года. Идет отправка и выдача заказов. Оставшаяся после этого продукция поступит в свободную продажу. Поэтому не переживайте, все продукт получат однозначно.
И вы знаете, вот то, что вышел вот этот продукт, очень желанный, очень долгожданный, очень востребованный. Он сразу ворвался в топ-5 продуктов по продажам. И прежде всего, это как мы, ВС, это веностронг наш, это прежде всего здоровые вены. Поставьте, пожалуйста, двоечки, кому этот продукт нужен. Кто знает об этом уже продукте? Я обращаюсь старым своим коллегам, которые не первый год в компании. Кто ждет этот продукт? Кто ждет этот продукт? Кто уже заказал этот продукт? Поставьте, пожалуйста, двоечки. Посмотрите, сколько нас много. Да, да, действительно, продукт желанный, долгожданный. И он уже есть в продаже, и есть уже счастливчики, которые получили. Я хочу несколько слов для новичков сказать об этом продукте. Не случайно он называется «Здоровые вены». Это антиоксидантный комплекс для поддержания здоровья сосудов и легкой походки. Поддерживает и нормализует кровообращение, повышает эластичность сосудов, улучшает мозговое кровообращение. Улучшает, укрепляет память, обеспечивает антиоксидантную защиту. Капсулу ВС, в скобочках, если я всегда говорю так, венастронг, помогает нормализовать кровяное давление, укрепить стенки сосудов, снимает боль и чувство тяжести в ногах. Экстракт виноградных косточек способствует избавлению от отеков ног, является полезным дополнением к компрессионной терапии. И вот ресвератрол, который находится там, он способствует детоксикации, сжиганию жира, защищает мозг, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться с инфекциями. Витамин С, который в состав входит в капсулу винастронга, помогает бороться с дерматологическими и аллергическими проблемами, способствует омоложению кожи, улучшает усвояемость железа, свертываемость крови, нормализует обмен веществ. Экстракт готу-колу, эзоцинтол азиатская, стимулирует выработку коллагена, улучшает микроциркуляцию крови, обладает противовоспалительным успокаивающим действием, снимает усталость ног. Кверцетин нейтрализует негативное влияние свободных радикалов, оказывает противовоспалительный эффект, укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет экстракт апельсина, ускоряет обмен веществ и процесс расщепления жиров, улучшает периферийное кровообращение, обладает выраженным тонизирующим действием. Экстракт виноградной косточки снижает уровень тромбоцитов и холестерина, повышает плотность костей. Посмотрите, я дальше уже не буду читать, богатейший какой состав. Не случайно он называется «Здоровые вены». Поэтому не упустите эту возможность, пока продукт есть. Еще раз хочу повториться, что он сразу же ворвался в топ-5 продуктов по продажам, и за эти 6 дней его уже успели получить первые счастливчики. Браво компании, спасибо нашему президенту за такие роскошные продукты. О чем бы я еще хотела сказать? Конечно, о промоушене на WeHit, о наборе роскошном продукте, который открывает максимальную выгоду. И это стильный, яркий, невероятно выгодный набор для тех, кто с нами всерьез и надолго. При покупке 54 продукта в Classic Hit в двух подарочных наборах мы получаем в течение полугода моментальные бонусы за покупки наших партнеров. И это еще не все. Чуть позже я еще скажу преимущества, хотя желательно обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, подробно узнайте о бонусах. У нас будет специальная школа по этому набору, по этому комплекту. И на текущий момент продано более 250 наборов, и это только начало. При покупке 54 продукта Classic Hit в двух подарочных наборах мы получаем в течение полугода моментальные бонусы за наших партнеров. И, конечно, если наш ранг за прошлый месяц VIP 1 звезда и выше, то до конца месяца после покупки набора и далее в течение 5 месяцев мы будем получать моментальный бонус 25 CV за каждый набор. В общем, это роскошный набор, это привлекательный набор и, конечно, набор, который открывает максимальную выгоду абсолютно для всех. А сейчас я передаю микрофон спикеру, который на себе, впрочем, мы все на себе испытали силу нашего продукта, силу, живительную силу нашего продукта. Но у нее была особенная история с этим продуктом.
Он вернул ей жизнь, жизнь ее близким. И как доктор она поняла, что с этим продуктом она сможет помочь огромному количеству людей, гораздо больше, чем как медик в традиционной медицине, что и произошло за эти годы. Итак, встречайте, лидер мнения, врач-терапевт, нутрициолог, стаж 44 года. Она работала руководителем амбулаторно-поликлинической службы в Хабаровске с компанией Project V Vision с 1998 года. 25 лет опыта работы с натуральными витаминами и минеральными комплексами. В 2000 году прошла специализацию по нутрициологии в Академии имени Сеченова в Москве и обучение университета Кикварт в 2020 году. Участник международного проекта «Здоровье с Vision», многих вебинаров, марафона жизни. Итак, встречайте лидера мнения Корневу Клавдию. Спасибо, Татьяна. Спасибо огромное за представление. Добрый вечер всем. Давайте поставим смайлики Татьяне за прекрасное начало сегодняшнего вебинара. Уже в новом году, в 2023 году. И поздравим друг друга с этим замечательным годом, который обещают для всех прекрасны. Татьяна, спасибо огромное тебе за твои эмоции, за прекрасный ролик, за поздравления и за ту энергетику, которую ты создаешь среди команды участников этих вебинаров. Спасибо вам огромное. И хочу этот день сегодня начать с того, чтобы каждый человек задумался над тем, как мы живем, что мы делаем для себя любимых, и почему именно нам с вами в жизни это повезло. И на встрече вы узнаете историю ребрендинга компании проекта Project V, какие причины влияют на наше здоровье, как быстро восстановить здоровье, преимущества нашего продукта и высочайшее качество и безопасность и масса подтверждающих результатов. И таким образом именно на официальные документы компании пришла я 25 почти лет назад, уже через месяц будет, находясь на рабочем месте. А скажите, пожалуйста, в комнате у нас есть новички? Поставьте, пожалуйста, единички, если есть новички в комнате. Кто впервые попал навстречу, не стесняйтесь. И из каких городов есть у нас присутствующие сегодня? Мы с Кубани. А кто откуда? С Дальнего Востока есть люди или нет? Наверное, скорее всего, они будут смотреть записи, потому что это поздно. Но пока вы ставите свои города, отмечаем, я продолжу. И сегодня хочу сказать, что попав на встречу с представителями компании, интересная была встреча. Ну, медиков оторвали от работы. Я работала врачом на приеме. И в этот момент, конечно, не сразу поднялась, а только на третий раз, когда меня пригласили, потому что думала, ну вот, опять начинается, где-то что-то, так заведующий собирает. И было нас больше 20 человек. Информация была довольно-таки интересная, но, как и все медики, под большим сомнением, кто-то даже покинул кабинет, не уважая присутствующих. Я досидела, к моему счастью, до конца, хотя сидела как на иголках, и мне все понравилось. У меня было очень много проблем у мужа, несмотря на то, что мы оба медики. У меня самой, я тогда не думала о своих проблемах, потому что была занята проблемами мужа из-за боли в спине на фоне грыж. И это была просто катастрофа, когда много-много лет, и не один десяток. Он сначала лежал 4 месяца без движения, потом подняла я его правдами-неправдами, но эта боль его не покидала. Она просто не покидала, и мы не могли справиться. И все специалисты лечили, и что мы только не делали, самыми современными методами и препаратами. И вдруг я услышала, что данный продукт прошел клинические испытания и занесен в наш справочник медицинский. Мне показали огромный справочник, толстый видаль. И открыли ту страничку, где есть наши эти продукты. Думаю, о, если здесь продукт есть, то, наверное, он этого стоит. И что еще меня заинтересовало? То, что этот продукт натуральный, растительного происхождения. А в детстве бабушка всегда лечила травами. А мама моя тоже врач-терапевт, и она всегда говорила, когда-нибудь люди поймут,
что мы далеко ушли от природы, и то огромное количество химических веществ, оно практически людей не лечит. Оно только им помогает снять какие-то симптомы, но здоровье не возвращает. И с каждым годом люди становятся все сложнее и сложнее по заболеваниям. И когда-нибудь люди поймут, что надо искать другие методы. Ну вот у меня, наверное, период тот наступил в 1998 году. Но поверьте мне, придя домой, муж не обрадовался моему решению. Мы первое время с ним воевали. Но когда я начала пить продукты, получила первый результат, у меня было очень низкое давление, проблемы с щитовидной железой, проблемы с опухолями. Ну, про опухоли я как-то забыла, думаю, компенсируется. Операцию откладывала все время. И вдруг он заметил, что я не валюсь с ног, что у меня стало лучше настроение, что я стала веселее, родив троих детей и работая на 1,5-2 ставки врачом. И смотрю, он потянулся за этими флакончиками. И думаю, ага, тоже захотел быть здоровым. Так вот почему именно этот продукт дает такие результаты, казалось бы. От чего зависит наше здоровье? От генетики. Но генетические заболевания не всегда проявляются в той степени выраженности, тяжести, которая есть у ваших родителей или у родных и близких. Да? Все зависит от вас, насколько вы бережно будете относиться к своему здоровью. А может и вообще это заболевание не появится. Это просто предрасположенность. Это не значит, что 100% оно у вас будет, если вы будете себя любить. От экологии. Можем мы с вами изменить экологию? Нет. Огромное количество заводов, огромное количество автомобилей, не только в больших городах, но и маленьких, и огромное количество зданий, которые нарушают процессы естественной вентиляции и прохождения воздуха, особенно в летние периоды, когда люди и дети дышат вот этим смогом, и 24 часа в сутки они не могут никуда скрыться. И это мы изменить не можем, но защититься от экологии мы с вами можем. Медицина. С рождения я была в среде медиков и людей, которые занимались, в принципе, здоровьем. И мне казалось, ну, проблемы будут, значит, мама поможет, сестра старшая поможет, бабушка разбиралась кое-что в травах народных. Но когда повзрослела, я поняла, что даже те пациенты, которые выполняют все-все-все мои назначения и рекомендации, они здоровыми не становятся. И меня всегда интересовал вопрос, ну почему, если человек регулярно пьет таблетки, если человек регулярно соблюдает режим питания, если человек старается заботиться о своем здоровье, ну здоровым-то он не становится. Это потом-то я уже, когда пришли в компанию, стали копаться глубже и искать причины. И мы поняли, что вся медицина, она может решить на 10% экстренное, на 100%, ну почти на 100%, если без осложнений идет операция или роды, помочь решить эту проблему, которая у человека возникла. А все хронические заболевания она просто не в состоянии решать. Просто снимаются симптомы заболевания. А при некоторых заболеваниях, назначая антибиотики, гормоны и все прочие токсические вещества, они усугубляют тяжесть состояния и приводят к тому, что их количество, я говорю, как букет ваших болезней, такое, что, наверное, не влезет в одну корзину. Антибиотики, антибио против жизни. А ведь их бесконтрольно принимают и в аптеках свободно продают. Некоторые мамочки, начиная с детства, пичкают своих детей антибиотиками. И даже если мы их не принимаем, то мы кушаем курочку, мясо и все остальное, которое, опять же, напичкано ими. И самый большой процент здоровья человека зависит от нашего питания, правильного или неправильного, от нашего образа жизни. Что мы делаем для себя? Двигаемся или не двигаемся? Занимаемся спортом или не занимаемся? Путешествуем? Либо мы сидим все время ворчим и на стрессах этих, едим что попало, когда попало. И в этом образе жизни большой процент занимают вредные привычки. Это злоупотребление тем или иным неправильным продуктом, алкоголем, курением, от которых многие и не хотят освобождаться. А в результате потом получают очень и очень серьезные проблемы по здоровью. Какой же выход? Выход есть.
И он создан уже давным-давно. И тот продукт, которым мы пользуемся, это продукт компании, которая прошла ребрендинг в 2017 году. Этот продукт растительного происхождения, и действие его направлено на то, чтобы защитить наш организм от того всего нежелательного, что мы накопили за свою жизнь, и плюс еще помимо того, что освободить от этих токсинов и вредных веществ, защитить клеточку на уровне клетки, дать клетке полноценное питание, а дальше клетка, получив все необходимое, она сама справляется с проблемами. Что может быть еще лучше? Вы представляете, какое чудо природы нам подарили? Есть продукты прямого действия классического, их 8 наименований, и каждый продукт дополняет действие другого. Есть линейка, которая Direct Hit называется. И эта линейка, она непосредственно прямого действия, то есть она действует на конкретные проблемы в нашем организме и решает проблемы с суставами, проблемы с сердцем, проблемы с мозгом, проблемы с костями, проблемы с эндокринной системой. И настолько уникально подобраны формулы и сам продукт, что они работают в синергизме. В отличие от лекарств, они не вступают в противоречие. Когда назначаешь одно лекарство и боишься, чтобы, не дай бог, оно не помешало действию другого лекарства. И эта продукция не нарушает функции органов, оно их улучшает, оно им дает новую жизнь, вторую жизнь. И это тоже замечательно. И есть уникальная косметическая линия, которая помогает не только женщинам, но и мужчинам восстановить и продлить, и сохранить свою молодость на долгие годы. Швейцарская косметика с водой, с уникальным составом воды с Альпийских гор, стволовые клетки растений, уникальные формулы гиалуроновой кислоты. Они делают кожу молодой, упругой, насыщенной влагой, и сразу человек оживает. И в дальнейшем вы увидите результаты на этом. И по статистике потребления БАДов на первом месте стоит Япония. И у них на фоне этого средняя продолжительность жизни 83 года, потому что 90% населения употребляют витаминно-минеральные комплексы лучших компаний. У них на работу не принимают людей, если человек не принимает данный продукт. Вы об этом слышали? Поставьте единички, если это слышали. США на втором месте. У них средняя продолжительность 80 лет. И там 80% населения, которые пользуются витаминно-минеральными комплексами. И лишь 8% в России, и она на третьем месте, по количеству лиц, употребляющих биологически активные добавки, пользующихся спросом. Представляете, только от того, что человек употребляет или не употребляет витамины, микроэлементы, зависит его не только здоровье и качество жизни, но и продолжительность жизни. И кто возглавляет этот проект и компанию в целом? Нам с вами повезло, потому что вместе с нами сегодня Нарек Серканян. Молодой, амбициозный, преуспевающий, очень грамотный человек, потрясающе грамотный. Он получил великолепное образование в Канаде, в ведущем вузе МКГИЛ, в Гарвардском университете США по специальной программе. Он был лучшим студентом, он всегда старался быть лучшим и первым. И это ему удалось. В результате огромного конкурса он первое его место работы, то, о чем он мечтал, поступить в самый лучший банк в Лондоне, инвестиционный департамент, аналитический отдел, который дал ему возможность в дальнейшем быть преуспевающим специалистом во всех областях и плюс еще в бизнесе. После того, как он себя показал на этой работе, ему предложили потрясающее место в Росатоме, где он работал вице-президентом в 2011-2014 годах. И уже в 2014 году он создал свою международную инвестиционную компанию и стал ее президентом с 2014 года. А в 2017 году произошел ребрендинг компании «Визит». И это тоже не стечение обстоятельств, а сложились так ситуации, что он был в командировке в Италии по своей работе, а в это время рожала жена, его прекрасную дочку.
А жена, оказывается, употребляла натуральные витаминные препараты растительного происхождения из Франции. Но он не смог в Италии найти. Торопился на роды к дочери жены, опоздал, был очень расстроен и не нашел эти витамины. И вернувшись к ним, он постоянно думал о том, что надо найти что-то такое, чтобы было у него, и чтобы он мог это всегда иметь в доступе для всей семьи. И нам повезло. Компания Vision стала его детищем, и благодаря компании Freedom International Group избежала разорения и потери. И сегодня мы с вами имеем уникальный проект Project V для здоровья, молодости, красоты и долголетия. Нарек является победителем всероссийского конкурса «Резерв президента» в 2020 году. А сегодня он возглавляет, и он президент фонда содействия и благотворительности «Взрослеем вместе». Вы представляете, какой огромный объем работы у него. И в компании Freedom Group у него более 45 преуспевающих проектов. Я думаю, в дальнейшем они будут развиваться и процветать. Давайте поставим пятерочки за это нашему президенту, за то, что он смог достичь своей цели и подарить не только российскому народу, но и всем народам мира такой уникальный продукт и контролировать его производство. Почему нам нужны витаминно-минеральные комплексы? Как вы думаете? Давайте вспомним. Опять же, быстрый темп жизни. Мы это знаем, да? Сегодня каждый человек, который работает, он ищет, может быть, дополнительные заработки. И этот темп жизни не дает ему остановиться и подумать еще о чем-то. Потому что в этом ритме жизни ему просто некогда даже и в семье-то уделить достаточного внимания тем людям, которые есть на сегодняшний день рядом с ним проживают. Практически 90% населения, взрослого населения и даже молодежи имеют нарушение сна. А нарушение сна – это, опять же, отрицательное воздействие на наше здоровье. И это здоровье с каждым днем ухудшается. Потому что если мы ложимся спать после 11 часов, то у человека не вырабатываются гормоны счастья, гормоны радости, гормоны удовольствия. А это в дальнейшем ведет к стрессам, нарушению нервной системы, к тому, что начинает прыгать давление, начинает нарушаться работа желудочно-кишечного тракта, портится зрение, потому что большинство людей сегодня с гаджетами, которые не выпускают из рук, особенно молодежь, и это страшно, падает зрение, меняется осанка, а в дальнейшем все остальные другие проблемы. Длительное сидение в кресле приводит к таким серьезным проблемам, как варикозное расширение вен, застой в органах малого таза и проблемы как у мужчин, так и у женщин. И это очень опасно и очень чревато. Больше часа-полутора сидеть в вынужденной позе нельзя. Нужно подниматься, вставать, немножко двигаться для того, чтобы заставить кровь нормально передвигаться по всем клеточкам организма. Люди сегодня находятся в постоянном стрессе. Вы согласны с этим? Поставьте троечку, если вы со мной согласны. Где мы испытываем стресс? Мы пришли на работу, стресс. Мы даже проснулись еще, это уже стресс. Увидели больных детей, стресс. Чего-то дома не хватает, это стресс. Нет транспорта, стресс. Пришел на работу ненавистный начальник, стресс. Новости послушал, еще больше стресс. А если это каждый божий день, вот вам одна из причин возникновения нездоровья. Негативное влияние антропогенных факторов, как экология, мы с вами об этом говорили. И низкая доступность необходимых макро-микроэлементов для жизни. Нам каждый день необходимо более 650 компонентов. Но они не получаются. В продуктах питания их уже нет больше 100 лет. Мы с вами живем в дефиците. И поэтому именно этот дефицит требует постоянного поступления в организм дополнительных веществ. Как сегодня на рынке, какие БАДы присутствуют? Я хочу показать вам такую табличку, где присутствует одна технология, и многие сегодня задают вопрос, а почему бы вот раньше бабушки травками пользовались, это дешево, я вот лучше это попью. А вы знаете, при том, что было раньше, была другая экология, были другие совершенно растения, была совершенно другая почва, вода, осадки, и меньше было всех катаклизмов. И те растения, которые произрастали, они действительно по качеству были намного лучше, да, может быть. И вот это живое растение, его сначала сушили,
А после сушки получалось активные все вещества, измельчение воздуха, экстракт с растворителями или испарение при повышенной температуре. И все активные вещества, 75 почти процентов, улетучиваются, исчезают. И оставалось всего 15%. В то давнее время, когда жили бабушки, дедушки, мы были маленькими, оно помогало. Сегодня оно при наших критических состояниях и дефицитах очень мало помогает. И есть новейшие технологии, инновационные технологии, которые сохраняют все практически 100% активных компонентов растений. Это криодробление. Это мгновенная заморозка и измельчение в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Что это дает растениям? Это защита от окисления кислородом. Здорово? Здорово. Это полная сохранность активного живого растения. И мельчайшее измельчение, то есть полная усвояемость, идет организму. По этой технологии сохраняются донорские органы, сперма и яйцеклетки. При пересадке женщине рождаются нормальные здоровые дети. При пересадке органов людям эти органы приживаются, и людям сохраняют жизнь. Вы представляете, насколько уникальная технология? Этого, и Чернобыль был, Танечка, конечно, это навсегда изменило нашу жизнь. И помимо Чернобыля столько всего, что не дай бог. И вот когда мы имеем такую технологию, такой технологии нет ни в одной компании. Ни в одной компании нет клинических испытаний. Ни в одной компании так критически не относится к продукту, как мы уже привыкли к хорошему. И вот это растение, которое в жидком азоте мгновенно заморозилось, а потом оно измельчается, это здорово. И когда мы принимаем стаканом воды, запиваем эти волшебные капсулы, эти клеточки оживают, эти растения активизируются, и они начинают работать по-другому совсем. Потому что сохранены живые клетки растений, и это все полезные вещества в ней присутствуют. И усваиваются на 98% и выше. Что может быть еще лучше? То есть нет отхода. Ни одно химическое лекарство не усваивается в таком количестве. А еще масса побочных действий у каждого лекарства. И какие составляющие? Как можно разрушить вот это волшебство этих составляющих? Это просто великолепно. Лаванда, антистрессовое растение, это поля, на которых она произрастает, под строгим контролем, при определенной влажности, при соблюдении мороза ветров, бета-каротин из моркови, которую выращивают в особых условиях, гинка билоба. Это то уникальное реликтовое растение, которое у нас есть в антиоксии, БР и продукте, которое выжило, уцелело после бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Представляете, насколько у него мощная защита антиоксидантная от вредных факторов. Кошачий коготь – это растение, которое входит в наш детокс. Поэтому именно поэтому вся детоксикация проходит на самом высшем уровне. И плюс еще в Перу, где произрастает этот кошачий коготь, люди заметили, что в этих племенах у них нет сердечно-сосудистых проблем практически, и нет у них онкологии. То есть очень крепкий иммунитет. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 – которые добывают из лучших сортов океанических рыб в экологически чистых регионах. И новейшие технологии помогают сохранять эти все полезные вещества. Корень имбиря – это мощнейшее средство, которое раньше использовали для простуды. Но там была сушка, там были экстракты, вернее, экстракция с помощью каких-то веществ. А сегодня совершенно другая технология. Стебель опунции – мощнейший противоопухолевый онкопротектор. Он помогает выживать из онкологии людям. Гуарана, которая входит в продукт СИЭЧ и дает нам энергию, силы на целый день. Гарциния камбоджийская. Ее еще называют жиросжигатель. Нарушение обмена веществ. Валерьяна. Кто не знает валерьяну? Прекрасное средство, которым мы спасались даже раньше, делая настой. Листья мелисы. Виноградные косточки. Экстракты из этих косточек – это мощнейшие антиоксиданты, которые предупреждают разрушительную способность свободных радикалов в нашем организме. И это здорово, и защищает клетки от перерождения. И сам производитель, он ровесник нашего проекта и компании. Раньше был Визион, теперь Project V. 26 лет на рынке, тут опечатка 25. Более 19 форм разных выпусков продукции. Производственные площадки, больше 3 уже производственных площадок. И головной офис находится в Страсбурге, во Франции. А Франция всегда была раньше законодателем и мод, и здоровья.
И в этом плане они, конечно, были на высочайшем уровне. Поэтому благодаря уникальным технологиям и производственным площадкам производство входит в топ-5 фармпредприятий Франции. Вся продукция производится в соответствии с самыми строгими стандартами. И это все подтверждается сертификатами. ISO 22000 подтверждает полную безопасность компонентов, готовой продукции и пищевых продуктов. ICCP доказывает, что контролируем все возможные риски пищевой промышленности. GMP – это соответствие качества продуктов международным стандартам. То есть от момента произрастания, транспортировки, производства до конечного потребителя везде идет целостная цепочка контроля за каждым этапом доставки продукта к конечному потребителю. И поэтому тот продукт, кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, семерочки, что вот эти вот свойства продукта, о которых мы с вами поговорили, говорит о том, что на сегодняшний день он лучший. Лучшего качества нет, биодоступность высокая, он дает уникальные результаты по здоровью, и сегодня, наверное, уже сомневающихся в его качестве нет. А кто более 20 лет в компании, поставьте, пожалуйста, восьмерочку. Замечательно. Кто еще? Раиса Переседова, Наталья Скачилова, Фещенко Дмитрий, Елена Арефьева, Татьяна Смирнова, Татьяна Лученкова, Марина Кузнецова. Представляете, сколько людей уже больше 20 лет? Я тоже 25 лет пользуюсь этим продуктом. И когда меня спрашивают, ой, как долго пить? Я на вопрос этот отвечаю. Я 20 лет принимаю этот продукт. Я боюсь остаться без него. Не потому, что мне будет плохо. Я прекрасно понимаю, что в наших продуктах питания нет достаточного количества полезных веществ. И выпивая их утром, я спокойно иду на работу. Я защищена от вирусов, я защищена от стрессов, я защищена от всяких-всяких непредвиденных обстоятельств. То есть это гарант и моя защита. Стопроцентное на то, что даже если что кто-то из нас заболеет, но ну, мы это все переносим в гораздо более легкой форме. И вот прошли праздники. И, естественно, праздники, какое бы время ни было, тем более Новый год, но ну, никто от этого никуда не девается. Вы согласны со мной? Поставьте девяточку. Обильный стол, когда всего много, хочется покушать, плюс еще где-то алкоголь, а алкоголь повышает аппетит. И человек не замечает, как он потихоньку-потихоньку съедает все больше и больше объем продукции. Если вместо одной порции получается и две, и три, еще больше, а на фоне алкоголя это еще больше нагружает в первую очередь на что? Желудочно-кишечный тракт и печень. И вот когда на празднике мы этого не видим, и еще все смоченное алкоголем, то проблемы возникать могут очень серьезные. От острого отравления и до критических состояний. Люди зачастую попадают и в хирургию, и в реанимацию. И у нас с вами есть уникальный продукт, который можно всегда принять до застолья. Это продукт D, продукт A, продукт P. И тогда это застолье пройдет в более легкой форме. И после застолья желательно в двойной, в тройной дозе. То есть все антиоксиданты, которые на сегодняшний день у нас есть, это и продукт А, и продукт GQ10, и продукт LV, это антиоксиданты. Это мощная защита наших клеток от того, что мы съели плохого. Антиоксиданты и эти продукты обладают мощным противовоспалительным действием, противоотечным действием. Они улучшают кровоснабжение. А если кровоснабжение улучшается, значит доставка витаминов, минералов и микроэлементов улучшается. А значит лучше работают ферменты. И наши клеточки всего организма очищаются от того плохого, что они накопили. Но в первую очередь очищается фильтр наш. А фильтр – это печень. Через нее проходит вся кровь. И пока она не очистится, хорошо, да, человек себя чувствовать хорошо не будет. И сегодня у нас есть на первом этапе, это антиоксиданты, мы сказали, детоксикация – это продукты D и продукт G. Это два продукта, которые выводят из клетки все плохое, что мы съели, выпили, покурили. И эти продукты помогают печени вздохнуть совершенно в другом ритме и совершенно в другом качестве. И есть продукты, которые адсорбируют эти токсические вещества. Они работают на уровне желудочно-кишечного тракта, на уровне всех клеток. Это продукт СВ,
про который я говорила, жиросжигатель, но помимо этого он еще не только жиросжигатель, он еще и хороший детоксикатор. Он прекрасно активирует работу поджелудочной железы, печени, очищает кишечник, улучшает, да, сосудистые стеночки. И продукт ДР – это тот продукт, который нормализует микрофлору кишечника, плюс проводит детоксикацию, плюс стимулирует работу иммунной системы, и он же еще является как бы как адсорбент, да, то есть это дополнительные фильтры, которые выводят из организма все токсические вещества. И сейчас опять же предстоят праздники, еще и старый Новый год, еще и крещение, там не за горами и 8 марта, и 23 февраля. Возьмите себе на заметочку, чтобы эти продукты или что-то из них было у вас всегда дома. Чтобы кому-то идти в гости или на день рождения, вы накануне приняли тот же продукт D, и вам уже будет легче. С антиоксом можно, с пактом можно, с продуктом LV или GQ10. И это будет здорово, это будет здорово, хорошая помощь для сохранения вашего здоровья. Но бывают и хронические интоксикации, то есть день выпил, два выпил. Есть люди, которые любят переедать и более длительное время. И в этот период, конечно, в первую очередь, что у нас страдает? Страдает желудочно-кишечный тракт, если мы неправильно кушаем, и пища неправильна. Кто-то любит зажаренное, кто-то любит копченое, кто-то любит обильно, кто-то запивает пивом или алкоголем. Так вот, при хронических интоксикациях, при хронических проблемах с печенью или желудочно-кишечным трактом. Опять же, с чего начинать? Опять же, с тех же антиоксидантов, которые я перечислила выше. Это продукт Ай, в котором есть все. И цинк, и селен есть. И гинкобилоба, то растение, которое уцелело во время бомбежки Хиросимы и Нагасаки. И это замечательно, потому что этот продукт защитит все то, что вы съели, от всего плохого, что у нас поступает в наш организм. Продукт GQ10, он защитит ваши сосуды, он даст энергию, он усилит, поддержит работу мышечного аппарата, и быстрее все будет выводиться. LV – это вообще кладезь антиоксидантов. Это, я говорю, это коктейль из серии самых мощных и лучших антиоксидантов в мире. Плюс необходимы противовоспалительные витаминно-минеральные комплексы. Это могут быть и продукт N, Nutrimax. Раньше был продукт M с полиненасыщенными жирными кислотами. Надо обязательно улучшать функции головного мозга с помощью продукта P, вот продукт антистресс, и продукта БР. Здесь на картинке его нет, но этот продукт, который непосредственно воздействует на структуры мозга и улучшает его работу. Нужно восстанавливать энергию, если это хроника идет, да, а энергию нам дает продукт CH и продукт SVS, жиросжигатель, который вперед я говорила вам. Для нормализации микрофлоры обязательно нужно использовать продукт S из классики и продукт DR. Потому что эти два продукта восстанавливают микробиоту, восстанавливают микрофлору кишечника. А в результате на этом фоне не будут развиваться гнилостные процессы, не будут там множиться патогенные микробы, не будет вздутия, не будет расстройства, не будет запоров, если нормально работает кишечник. И когда ворсиночки очищены от продуктов гниения и брожения, то через эти ворсиночки в кишечнике, по которым проходят сосудики, как раз будут всасывать все полезные вещества, и человек будет оживать на глаза. И вот в период предыдущих вирусных проблем именно продукт ДР снимал очень хорошо, как детоксикатор работал, и быстрее шли люди на выздоровление. Это просто было великолепно. Продукт CH помогал людям выйти из состояния слабости, повышенной утомляемости, загруженности, и он приводил в нормальное состояние человека. Продукт P – это антистресс, это мощная защита, и это еще отличный спазмолитик. Это любые боли в спине, в животе, но в желудочно-кишечном тракте. Это мышечное расслабление. Очень хорошо. А если нет спазма, значит лучше поступают питательные вещества. Это продукт DG, о котором я говорила выше, который восстанавливает структуру печеночных клеток. А значит наш фильтр будет работать отлично. И, конечно, продукт BH – это продукт женьшень. А в женьшени огромное количество биологически активных гензинозидов, которые восстанавливают и обмен веществ, и иммунную систему, и регулируют уровень холестерина и глюкозы, и улучшают качество сосудов. И это просто находка.
И у нас это все с вами есть. Вы представляете, как здорово? И те проекты, о которых я говорила, классика, это уникальный продукт, который обеспечивает ежедневную комплексную защиту организма на клеточном уровне. И я говорила, что действие одного продукта, продукт детокс, да, усиливает и в синергизме работает с другим продуктом АЙ, продукт антиоксидант. То есть это детоксикация, это антиоксидант. Для нервной системы нам нужна защита, обязательно нужна. Продукт ПИ, в который входит лаванда, мелисса, который успокаивает и весь комплекс витаминов группы В. Они запускают нормальную работу головного мозга, а это главный дирижер нашего здоровья и нашего организма. Без него ну никак нельзя. Продукт М, полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают каждой клеточке сохранять свою броню. То есть не дает повреждать оболочки клеток. А значит, клетка будет расти и развиваться нормально. Она не будет мутировать и перерождаться в онкологические. Это здорово вместе с продуктами D и I. Противораковая диета еще называются. Продукт C и CH и SV – это сладкая парочка, которая нормализует работу желудочной железы, желудочно-кишечного тракта, а еще помогает работе эндокринной системы, регулирует уровень сахара, холестерина в крови, помогает сосудам быть более эластичными, потому что спирулина, которая входит в CH, а спирулина – это вся таблица Менделеева. Вы представляете? Даже это уже находка. Продукт N – это мощное противовоспалительное средство от всех воспалений, а с акцентом на мочеполовую систему. То есть циститы, аднекситы, пилонефриты – все проходит. И плюс прекрасно еще помогает при проблемах с сосудами, особенно вен. И есть директ-комплекс. Это тот комплекс, который работает на проблемы, непосредственные проблемы каждого органа и системы. Они обладают локальным эффектом. Ну вот, настроены так. Но фактически они тоже работают на весь организм. И эта линия объединяет те продукты, которые предназначены для регулирования, специально поддержания определенных функций систем. Какие у нас системы есть? Опорно-двигательный аппарат, да? Это позвоночник, это суставы. Продукт ЕНТ и ОС. Это два продукта, которые работают на восстановление не просто костной ткани, но и хрящевой ткани. ЕНТ – это, я говорю, тоже коктейль. Глюкозамин, хондроитин и серные соединения. Они дают возможность не разрушаться костям, этот продукт. Более эластичными быть чтобы кости были более... хрящ был более эластичный, связки тоже более эластичные и крепкие. И плюс эти продукты, в отличие от нестероидных препаратов, которые назначают врачи, не имеют побочных действий. А нестероидные препараты, снимая боль и воспаление, они тормозят синтез хрящевой ткани и улучшение костной ткани. Почему ни один человек, по этой причине ни один человек не становится здоровым, потому что сняли воспаление и до следующего обострения, а восстановление не идет. Ну, сейчас искусственные есть и хондроитин, и глюкозамин, но они не работают так, как работают естественные. А продукт ОС, да, в ЕНТ еще входит бамбук, это самое крепкое растение, которое помогает быть костям крепким. А в ОС есть витамин К. Что делает этот витамин К? Он забирает кальций со стенок сосудов. Это значит, не будут прогрессировать атеросклеротические бляшки. И значит, не будет прогрессировать атеросклероз. Это значит, снижение риска инсультов и инфарктов. А что может быть лучше? Продукт Диджи, мы про него говорили, это спасение для печени и здоровья печени. Продукт БР – это вот тот продукт, про который я вам говорила, который нужен нашему мозгу, как воздух. Он не просто улучшает его работу, он снимает воспалительные все там процессы, он улучшает функции самого головного мозга, он восстанавливает нейронные связи и передачу импульса. И самое главное, улучшает память, препятствует развитию болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. И еще этот продукт улучшает когнитивные способности человека, то есть его адекватные реакции, его адекватное поведение –
его процессы запоминания. Потрясающий продукт. Продукт ДР, мы об нем говорили уже много, да? Продукт BI – это продукт из женского комплекса. И этот продукт, он настолько бесценен для кожи, для волос, для костей. В его состав входит экстракт пшеницы, органовое масло. Они помогают восстановить водный баланс кожи. Масло барага является природным антидепрессантом. А витамин Е, входящий в его состав, и витамин С способствуют выработке коллагена. А что нам еще нужно для женщин? Чтобы не было морщин, чтобы кожа была молодая, красивая, упругая и жизнерадостная. И при этом в этом плане этот продукт работает очень нежно, очень эффективно. И самое главное, что безопасно. И детская линия продукта, я о ней расскажу немножко попозже. Косметика, о которой мы говорили, это новая косметическая серия. Сегодня она есть в наличии. Косметика, вот за 26 лет были разные виды косметики в компании. Но такого наступления быстрого эффекта, как в этой косметике, в тех продуктах не было. Хорошая была косметика, я ничего не скажу. Но эта косметика уникальная тем, что идет мгновенный эффект. Вот надо куда-то срочно пойти на какое-то событие. Продукт для пи, ампулка. Буквально несколько капель на чистое очищенное лицо. И лицо оживает. Уходят отеки, меняется, ну вот как-то свежесть лица появляется. Как будто специально кто-то быстро-быстро тургор кожи поднял, улучшил. И вообще буквально вот на глазах меняется. Плюс сыворотка, которая способствует проникновению питательных веществ вовнутрь, да, и восстанавливающий крем, который работает ночью, улучшает регенерацию, снимает воспаление, убирает пигментные пятна. Про морщины я говорила. И самое главное, гиалуроновая кислота, которая обладает двойным действием, она вот просто выравнивает все проблемы, которые есть на коже. И наш знаменитый МГЛ Миллениум – это легенда тысячелетия. Это ваша экстренная помощь 24 часа в сутки, потому что без него мы не живем. И сегодня, в период активности различных вирусных заболеваний, этот гель является главным помощником. Выходя из дома на улицу, ну, буквально за 10-15 минут, смажьте внутри слизистую носа этим гелем. Мазь блокирует ворсинки. Гель не блокирует ворсинки, которые находятся внутри. Но когда гель присутствует у вас на слизистой внутри прохода ходов носа, то он защищает от проникновения вирусов. И это здорово. Он работает просто великолепно. Когда есть какие-то ссадины, когда есть ожоги, когда есть парезы, гель – это незаменимый еще и там. Не говоря уже о том, что в этот гель входит уникальный продукт женьшень. Вот он здесь есть на флакончике нарисован. А женьшень – это всегда молодость, это всегда красота, это крепкий иммунитет не только организма, но и кожи. Поэтому, женщины, возьмите себе на заметку, девушки. И подытожить преимущества этого продукта еще раз хочу напомнить, чтобы вы все запомнили. Природные ингредиенты, химии там нет, это практически натуральные растения. Европейское качество, уникальные технологии криодробления. Этот продукт исторически доказал свою эффективность. Он находится в уникальных красивых коробочках, это новые коробочки, совершенные упаковки, красивый дизайн на этикетках, используя по мотивам Пикассо. И самое главное, что этот продукт на сегодняшний день, маленькие капсулы, они легко глотаются и взрослыми, и детьми. Этот продукт можно использовать и вегетарианцам, и веганам. В нем нет ни сахаров, нет вредных веществ, антибиотиков, гормонов, никаких добавок Е и им прочее. Этот продукт можно использовать любому поколению, в любом возрасте, только регулируя дозировки. И все стандарты качества – это французское производство, и эти все стандарты качества как раз тому являются подтверждением. И на сегодняшний день мы с вами защищены клиническими испытаниями официальной литературы после этих клинических испытаний. Ни в одной компании эти испытания не проводились, я уже говорила, 7 лет. Огромное количество добровольцев было. И после
проведение этих клинических испытаний в разных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, в Москве научно-исследовательский институт питания, институт акушерства и гинекологии, онкологический институт имени Блохина, уже говорит о том, что на сегодняшний день это очень ведущие клиники. В Санкт-Петербурге в институте имени Мечникова на кафедре инфекционных болезней были проведены испытания, и на этой кафедре проходят специализацию врачи-педиатры. И там на каждой странице при всех, при любых инфекционных заболеваниях, от самых легких и до самых тяжелых, рекомендуется использовать всю гамму продукта классического, не только юниор. Для детей можно использовать и не бояться. Вот этот справочник Видаля, который меня покорил, где есть этот продукт после клинических испытаний и официальной литературе я привыкла доверять. И регистр лекарственных средств. Это на тот вопрос, если вам врачи говорят о том, что сканируйте, сделайте скрин себе, о том, что сейчас много говорят о продуктах и о том, что они эффективны. Да, представители разных компаний говорят чудеса про свой продукт. Но ни у кого нет таких официальных документов, с чем я вас и поздравляю. И даже Всемирная организация здравоохранения. Этот продукт признан лучшим в мире, самыми лучшими качествами восстановления. И что же нам нужно, вот с чего начинать, да? Или что в экстренных случаях сегодня принимать? С вирусами мы сегодня контактируем, с плохой пищей контактируем, с плохой экологией контактируем. У вас есть потрясающий классический комплекс. И вот я бы рекомендовала, ну, принимать не меньше 4 флаконов. В идеале 8 флаконов классики. Это будет уникальная защита. Мы уже об этом говорили, продукт D, в который входит лиана, кошачий коготь. Она прекрасно защищает. Это природный антибиотик, это природный иммуномодулятор, это мощнейшее противовирусное антибактериальное средство, регулятор, корректор артериального давления, холестерина, глюкозы, продукт I, мощнейший антиоксидант. Антиоксиданты защищают нас от свободных радикалов, которые вокруг нас не исчезают, а внутри нас у нас образуются ежесекундно. А их нужно своевременно обезвреживать. И у нас есть защита. Антистрессовый комплекс, чтобы все начальники, все члены семьи и все новости, никто вас не раздражал. И полиненасыщенные жирные кислоты, чтобы броня у каждой клеточки была лучше, чем китайская, и крепче, чем китайская стена. И продолжая о классическом комплексе, я опять же хочу напомнить о том, что есть продукты свежжиросжигатель, СВ. Это тот продукт, который поможет вам вернуть прежний вес и нормализовать фигуру. Это тот продукт, который регулирует сейчас, приведет в нормальное состояние работу желудочно-кишечного тракта. В плане поможет очистки печени, кишечника, отрегулирует работу щитовидной железы и ферментов, улучшит работу эндокринной системы щитовидной железы. И опять же, этот продукт даст силу и энергию. В сочетании с продуктом CH они творят чудеса. Заняться спортом как раз сейчас время фитнеса, энергия будет не покидать вас. Продукт N – это мощное противовоспалительное средство. Вот представьте, либо выпить несколько капсул и получить удовольствие, либо нужно ежедневно съедать как минимум больше 15 килограмм овощей, фруктов, других полезных веществ. Выдержит ли кошелек? Ну, у кого-то, может быть, и выдержит. А выдержит ли ваш желудок принимать такое количество? Я думаю, что нет. И поэтому именно учеными были разработаны специальные комплексы, которые удобно, эффективно, безопасно и надежно помогают нашему организму. И даже беременны, и даже до беременности, во время кормления и после рождения ребенка ни маме, ни ребенку не нужно прекращать пить этот продукт. Уникальный продукт GN, который помогает расти полноценно беременности и расти полноценно детям. Эти дети практически не болеют. Они прекрасно учатся в школе, они прекрасно развиваются. И вот этот мультивитаминный комплекс GN для детей. У кого есть дети или внуки, поставьте, пожалуйста, плюсики. Те существа, которые приносят нам радость, те детки, которые, благодаря которым молодеют бабушки, дедушки, радуются мамы, папы, когда их не один в семье, еще лучше, и их нужно защищать. И у нас с вами есть удивительная
безопасная защита. Это продукт GN разных серий, которые будут помогать формироваться всем органам и системам. Это и сердечно-сосудистая, и костная система, и желудочно-кишечный тракт у детей. И все те аллергии, которые есть у внуков. Ой, Ниночка, поздравляем, 9 внуков. У меня пока 4, но скоро будет правнучка. На нашей продукции выросла внучка, ей уже 22 года, и скоро будет правнучка. Поэтому безопасности продукта мы не сомневаемся. И этот продукт, где есть весь комплекс витаминов группы В, где есть в легко усвояемой форме железо, где есть в легко усвояемой форме тот же кальций, он защищает на клеточном уровне нервную систему у детей. А сегодня дети гиперактивные. О, представляете, сколько внуков? Слава Богу, пусть будет еще больше, и пусть здоровее все будут, и пусть побольше рождают ваши дети. И способствует снижению утомляемости, повышенной возбудимости у детей. Дети очень часто сегодня в школе не могут запомнить тот или иной материал. В школе у них не срабатывают функции передачи по нейронам и по этим связям. Дайте той информации, которую им нужно усвоить. Дайте им витамины. Они оживут, они будут хорошо учиться, они адекватно будут реагировать на все, что происходит дома, в школе, на улице. И гармонирует этот продукт нормальное развитие детей. Благодаря сбалансированному составу витамина UNB, вот он витамин, он способствует восполнению запасов кальция. А сегодня со сколиозами практически 70% детей в школе. Вы представляете? Они не только в школе свой позвоночник убивают, они дома убивают, сидя за своими телефонами, не отрывая их от рук. У них летит, страдает зрение, снижается зрение. У них практически они не хотят кушать, они там смотрят, какие-то игры играют, у них нет аппетита, у них нет желания общаться друг с другом, у них нет желания нормально общаться с детьми. Дайте им полноценное питание, и вы 1000 раз скажете себе спасибо, потому что у вас дети начнут меняться в лучшую сторону. И есть для детей продукт новый с малиновым вкусом для деток, который поможет детям расти и развиваться нормально. И самое главное, в дальнейшем будут дети хорошо будут адаптированы к окружающей среде и к социуму. Потому что сегодня без этого жить невозможно. Директ-комплекс усиливает то, что сделал классический комплекс. И даже в любом возрасте, несмотря на 50, на 60, на 70 лет. Те люди, которые давно пользуются продуктом, они этого возраста не ощущают. Они себя чувствуют на 20-30 лет моложе, и уже клинически на научном уровне доказано, что регулярное использование биологически активных добавок хорошего качества, натуральных, прибавляет нам годы и убирает молодости, и убирает годы назад. То есть это действительно... организм молодеет. 12 антиоксидантов у левлона. Это же здорово, здорово. Это сияние молодости и красоты. Я этот продукт очень люблю, потому что действительно продукт помогает чувствовать себя намного лучше, дает энергию, дает силы. Ягоды гожи, ягоды ацай – это мощнейшие антиоксиданты. В каждой капсуле, как мы говорили, бокал хорошего, качественного вина. А вино это тоже красное, темное вино, это антиоксиданты. Но вино не пропагандируют, потому что ну, не каждый устоит перед соблазном выпить гораздо большую порцию. А у нас есть капсулы, которые можно выпить и продолжать жить в дальнейшем нормально. Экстракт виноградных косточек – это тоже мощнейшие антиоксиданты. Цинк для иммунитета, селен для улучшения самочувствия и работы поджелудочной железы. Цинк, без цинка не вырабатываются гормоны щитовидной железы, и это здорово. И самое главное, те составляющие, которые входят в этот продукт, и ликопин, и ресвератрол, и супероксид дисмутаза, это наши сосуды, это наше сердце, это наш мозг, это все, что в нашем организме. Про продукт BI мы с вами говорили, про продукты для нашей костной системы и для того, чтобы позвоночник наш не страдал. Это просто сегодня катастрофа, сплошь и рядом. Мало того, что протрузии, сколиозы, грыжи на каждом шагу, просто грыжи. Не держат связки,
идет отложение солей межсуставных, между позвонками, нарушается и сдавливается сосуды и нерв, улучшаются общие нервы и улучшается общее самочувствие, головные боли, головокружение, проблемы грудной клетки, проблемы органов малого таза, проблемы желудочно-кишечного тракта, не только из-за того, что там внутри, но еще из-за того, что иннервация нарушена, питание нарушено, страдает. И здесь я хочу обратить внимание на продукт Сейфтуси. Это продукт для молодости глаз, для восстановления качества зрения, для появления ярких красок. Да? Этот продукт на сегодняшний день очень востребован. И я всегда говорю, что этот продукт с ягодой черники, это тот продукт, который высочайшего качества, вы знаете, восстанавливает остроту зрения. Проверено на себе. Вот мне 68 лет, через полтора месяца будет. Я до сих пор вдеваю свободно нитку в иголку. Я пишу и читаю без очков. Я их не ношу. Ну, бывает, когда в темноте, бывает на фоне перенапряжения, перестрессов, чуть-чуть где-то чего-то, четкость нарушается. А так я телевизор тоже смотрю без очков. Чего я и вам желаю. ОРВИ. Я постоянно возвращаюсь к этой теме. ОРВИ. Различные вирусные заболевания, ковид, сегодня не только на слуху, но и среди нашего окружения. Вирус за 2 года мутировал и мутировал очень-очень сильно. Появляются все новые и новые формы. Где-то у кого-то тяжелее, у кого-то полегче. Но обольщаться не надо, что полегче этот вирус. Вы не забывайте. Человек либо болеет, либо не болеет, зависит от его работы иммунной системы, от состояния его внутренних органов и систем. Если ваши клетки получают полноценное питание, они сами будут себя защищать. Вы представляете? Поэтому этот продукт спасет вас от осложнений при заболевании тем же ковидом, тем же ОРВИ. Сегодня и ковид, и ОРВИ дают осложнения в виде тяжелых пневмоний. Но те люди, которые пользуются этим продуктом, у них нет осложнений, у них нет тяжелых состояний. Если даже у кого-то на фоне стрессовых ситуаций что-то случилось, это просто находка. Увеличиваем дозы до лечебных. 1 капсулка 2 раза – это не лечебные дозы, это профилактические дозы для здоровых людей. Если вы заболели, мы дозу увеличиваем в 2, в 3, в 5, в 10 раз. Не бойтесь, пропить неделю, 7, 10 дней, если надо больше, но вы не будете иметь осложнения. И особенно продукт D, продукт I, здесь вот еще нет продукта P, я его тоже очень люблю, продукт N от всех воспалений, продукт LV, антиоксиданты, BI, DR. Замечательно, DR и продукт LV работали при ковиде в прошлом году. Это настолько работали потрясающе, вот просто великолепно, кашель забивает, вот просто кашель забивает, даем 2 капсулки или 1 капсулку LV вместе с продуктом P, все. Буквально 2-3 минуты сидим, разговариваем, дальше все прекрасно работает. На фоне, вместе с ДР, ДР тоже можно сосать, и ЛВ можно сосать, рассасывать. И этот продукт, мало того, что вовнутрь выпиваете, они уже в ротовой полости все убивают. А сейчас мы еще поступил в компании продукт ProGam, я про него позже расскажу. Он будет убивать все микробы еще и в ротовой полости. Поэтому, знайте, продукт работает. Все зависит от дозы и вашего желания и веры в этот продукт. Если вы верите, это не самовнушение, ничего. Дети маленькие не понимают, что это им тоже помогает, и мы их тоже спасаем этим продуктом. Вот ProGam, как раз про то, что я говорила. Сегодня дети часто пользуются, да и взрослые, жевательными резинками. Нам с вами повезло, что это жевательная резинка без сахара, с витамином D3 и пробиотиками. Для чего они нужны, мы уже с вами знаем. Это все в комплексе укрепляет зубную эмаль и профилактирует кариес. За счет чего? Потому что убивает все микробы в ротовой полости. А мы с вами раньше говорили, что в ротовой полости больше микробов, чем в кишечнике на выходе. И всяких бактерий, и вирусов. И поэтому, если у вас будет эта жвачка, когда вы находитесь где-то в каких-то общественных местах, где вы контактируете, вы всегда защищены будете. Прекрасно переносится, приятный вкус, улучшает местный иммунитет. Если в ротовой полости не будет этих микробов, вирусов, бактерий, значит и внутри все будет прекрасно. И еще этот продукт подарит нам белоснежную улыбку с прекрасными зубами. На фоне лактобактерий будет нормальная микрофлора в полости рта. Как я говорила, это борьба с вредными бактериями.
и способствует усвоению быстрее питательных веществ, витамин D3, в том числе и кальция. А кальций нам нужен всегда и везде, не только для костей, но и для того, чтобы не заболеть любыми заболеваниями. Замечательный, долгожданный продукт ВС, который появился сегодня в нашем распоряжении и есть в магазинах. Это бывший Винастронг. Кто помнит и пользовался, поставьте единичку, пожалуйста. Кто пользовался Винастронгом? Особенно в летнее время. Кто любит носить обувь на каблуках, кто целый день ходит, и работа связана с тем, что стоячая работа, кто испытывает физические нагрузки, когда те, у кого вены расширенные на нижней конечности. Но этот продукт усовершенствована формула на сегодняшний день помогает сохранить здоровье сосудов не только нижних конечностей, но и всего организма. То есть и мозга, и сердца, и почек, и сосуды, которые идут и обеспечивают зрение глазам. Вы представляете, как это здорово? И на сегодняшний день здесь экстракт апельсина, экстракт виноградной косточки, это мощнейший антиоксидант, витамин С, год укола, которая помогает сохранить тонус сосудов и тонус вен, эластичность. Улучшая мозговое кровообращение, это профилактика острого нарушения мозгового кровообращения. Сегодня даже у молодежи отмечается снижение памяти. Они говорят, я тут помню, я не помню. Они не могут запомнить номера телефонов. Вот они смотрят это все, прочитали, тут же смотрят на тебя. Все, нейронные связи нарушаются, кровоснабжение, питание мозга нарушается при длительном сидении, вынужденной позе за этими телефонами и компьютерами. Дайте детям полиненасыщенные жирные кислоты, у нас есть в продукте, скоро появится БР, и дайте им сосудистые препараты, антиоксиданты, тот же продукт ВС, и вы ощутите, как это все меняться будет на глазах. И этот продукт поможет без эластичных чулков нормализовать и улучшить тонус сосудов нижних конечностей, а значит избежать прогрессирования варикоза нижних конечностей. Обязательно возьмите и обязательно используйте в своем рационе. Ну и, конечно, мы много говорим о стрессах. Сегодня без стресса жить невозможно. Но, к сожалению, меняется все во всем мире. И у нас с вами есть магия магнезиума. Это продукт NGR. Это бывший гипер, если кто-то помнит. Но опять же, с усовершенствованной формулой, туда больше добавлено магния. Магния в нескольких формах, в двух формах, который помогает и положительно влияет на расслабление мышц, а значит помогает снимать и психическое напряжение, и физическое напряжение, и психоэмоциональное напряжение, и помогает адекватно реагировать на все, что нас окружает. Плюс этот продукт соединяет в себе, ну вот как бы сила растительных антидепрессантов, антидепрессивными свойствами, здесь обладает продукт, зверобой вылетело из головы. Зверобой, это даже еще издревле его использовали как в психоневрологической практике для помощи пациентам с психическими нарушениями. А сегодня мы все находимся в состоянии стресса, и чтобы этот стресс избежать и не получить других проблем со здоровьем, вот этот продукт будет защищать вас. И регулировать давление, и регулировать частоту сердечных сокращений, и регулировать работу желудочно-кишечного тракта, и будет регулировать ваш сон, и будет снимать все напряжение, что случилось с вами в это время. И в комплексе с антиоксидантами этот продукт будет нас спасать, расслаблять, улучшать настроение и улучшать ваши эмоции. Поэтому тоже уже скоро будем пользоваться. Про защиту печени я говорила, про продукт Диджи. Мы о нем мечтали, о возвращении его давно. Печень – наш главный фильтр. Запомните, если печень больна, то говорить о здоровье в целом всего организма нет. Она выполняет функции кроветворения. От нее зависит, будет у нас хорошая кровь или будет плохая. Она выполняет функции детоксикации. Она участвует в формировании иммунитета. Печень участвует в формировании очень много полезных веществ, но самое главное – детоксикация. Вот я для мужчин привожу такой пример. Вы купили машину, поездили на ней какое-то определенное время, и вдруг она начинает барахлить. Что вы делаете в первую очередь? Бежите менять фильтр. Делайте очистку
профилактику двигателя, да? А у себя давно наводили порядок? И человек на тебя смотрит изумленно. Я говорю, ну поймите, это тот же фильтр, как в машине. Вы почему-то машину любите больше, чем себя, а на себя любимого жалеете. И когда после таких слов этот человек смотрит и действительно начинает понимать, что сегодня без этого фильтра жить и быть здоровым нельзя, они тогда начинают этот продукт использовать. Альфа-липоевая кислота, которая присутствует в этом продукте, она помогает регулировать уровень холестерина в крови. Холин помогает регулировать уровень сахара и поддерживает здоровье печени. То есть оно в комплексе восстанавливает структуру печени. Поэтому не надо химией травить себя. Возьмите натуральный продукт, и вы будете жить. И еще сюда входит опунция. А опунция обладает мощным противораковым действием. И еще этого продукта нет. Я просто хочу сделать анонс, чтобы вы знали, что тот продукт, который был раньше у нас Урсул, подобие ему скоро появится продукт ННП. О составе и его свойствах вы узнаете раньше. Но я просто хочу сказать, чтобы вы уже как-то готовили своих друзей, свою сильную половину, да, что этот продукт будет снижать риск возникновения инфекционных заболеваний мочеполовой системы. Он будет не допускать развития хронических заболеваний. Он будет повышать местный иммунитет, что будет снижать риск заражения заболеваниями, передающимся половым путем. Сегодня это проблема номер один. И эта проблема не из-за того, что кто-то ведет беспорядочные половые связи, а просто из-за того, что люди просто не обращают внимания на свое здоровье. Они находятся в дефиците витаминов, минералов и микроэлементов. Этот продукт Project V создан для всей семьи. И сегодня без этого продукта наша семья не может быть счастливой, здоровой. Мы не сможем работать в полную силу. И если вы действительно хотите, чтобы ваша семья не знала горя, поэтому этот продукт должен быть у каждого буквально на столе. И для наших прекрасных женщин я хочу обязательно на этом акцентировать внимание. Сегодня есть в продаже замечательный продукт МДС. Это тот продукт, который поможет любой женщине в возрасте от 30-35 и выше восстановить свое психоэмоциональное состояние, восстановить свое физическое состояние, восстановить гормональный фон, который уже после 35 лет снижается концентрация эстрогена. А в 45 уже здоровье женщины начинает угасать. И в этом случае им, конечно, нужно помогать. Иначе все климактерические проявления, которые начинаются после 40-45, и у некоторых после 50, это депрессия, утомляемость, повышенные приливы жара, приступы сердцебиения. Самое главное, женщины становятся нервозными, раздражительными. Этот продукт поможет. Фитоэстрогены. Это прекрасный шанс без побочных действий вернуть женщине здоровье, молодость и красоту. Нормализовать выработку уровень эстрогенов и эстрадиол. Эти гормоны очень важны как для мужчин, так и для женщин. То есть этот продукт можно пить и мужчина. Эстрадиол или гормон красоты, он запускает синтез коллагена, а значит у женщин не будет стареть кожа, в первую очередь кожа лица, а значит не будет дополнительных морщин, и вы будете как можно дольше молодой и красивой. Дорогие женщины, обратите внимание на этот продукт, он есть в продаже, прекрасно работает и прекрасно помогает сохранять нам молодость. И сегодня не забывайте защищаться, поддерживать свой иммунитет. Не забывайте, что вирусы нас бомбят со всех сторон. Будете вы болеть или не будете, это только в ваших руках, потому что этот продукт творит чудеса. Это еще такие картинки я вам показываю, чтобы вы запомнили, что этот продукт нужен сегодня и суставам, и позвоночнику, и спортсменам, и не спортсменам, и людям в сидячем состоянии. И несколько слов о результатах еще дополнительных. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Галину Зайцеву знают все. Вот эти все слайды, которые у нас были красивые на протяжении сегодняшнего вебинара, я хочу, чтобы вы поставили смайлики и отправили Галине Зайцевой. Это тот человек, который уже много лет помогает мне делать такие чудесные слайды. Я люблю картинками запоминать. Я люблю, и более 70-80% людей визуалы, они запоминают лучше, это если есть на картинке, а не просто говорить. Можно говорить, и у человека ничего не останется. А увидев картинку, он вспомнит и о продукте.
Галине огромное спасибо. Она всегда с любовью, с профессиональным подходом к этому делает. И вот буквально полтора года назад с ней случилась беда. Переболев незаметно ковидом, резко стало ухудшаться состояние. И хорошо, что не запуская свой процесс, она позвонила, и по голосу я поняла, что что-то случилось, плюс она пожаловалась. Очень быстро решили с ней пройти обследование, и обследование показали, что проблема очень серьезная, онкология. И довольно-таки уже была распространена не в одном месте. Первоначально традиционная медицина отказалась проводить химиотерапию. Подумали, что уже поздно, но, возможно, и было так. И уже речь не шла об операции. И вот насколько сильна вера человека в продукт, настолько эффективно она будет его использовать. То есть, если человек понимает, что продукт работает, что он безопасен, что он эффективен, что он натурален, он будет пользоваться этим продуктом и получит обязательно результат. Когда у человека сомнения в голове и тараканы, когда он слушает медиков, которые не знают, что это за продукт, я не хочу плохого говорить про медицину, потому что сама 44 года отработала, но когда человек, не зная этот продукт, и все БАДы делает в одну корзину, скидывает, то тогда они лишают человека права выбора. И очень часто в запущенных состояниях это заканчивается летальным исходом. Сегодня у каждого присутствующего в этой комнате, у ваших знакомых и друзей есть выбор не только сохранить свою жизнь, но и вернуть ей здоровье более полноценное, продлить жизнь на много лет вперед и дать шанс каждому человеку, имея такое серьезное заболевание, вернуть свое здоровье. В тот момент, когда Галя забила тревогу, у нее не было возможности, даже сил, принимать в большом количестве этот продукт. Но она пила хоть понемногу, но она практически пила все. И очень часто пила. Но в дальнейшем постепенно увеличивала дозы. И вы представляете, как вот я сказала, я говорю, 6 месяцев ема, а через 6 месяцев, говорю, тебе сделают химию и прооперируют. Так оно и получилось. И в январе прошлого года, ровно год уже вот сейчас, да, когда Галине действительно сделали химиотерапию, операцию, и когда, да, тяжело, она выходила из этого состояния, тем более онкология – это опасная разновидность того рака, который возник у нее. Но благодаря нашему продукту плюс традиционное лечение, этот человек снова в строю. И вот это второе фото, на котором… Здесь вот Галя еще после химии возвращается, мы в августе с ней были на Миллениуме в Москве. Она ведет активный образ жизни. Она проводит сегодня совместно с командой Санкт-Петербурга большие мероприятия. У нее есть свой сайт. И вы через своих спонсоров и консультантов, либо найдите ее в Телеграме, в WhatsApp она есть, задайте ей вопросы, можете зайти на ее сайт и прочитать ее историю. И сегодня она… Но я считаю, что 63 года так выглядеть, и даже после таких серьезных проблем, она ведет активный образ жизни, она помогает, продолжает людям, она на форумах участвует там, где есть онкологические больные, она каждому человеку стучится в двери. Воспримет он или не воспримет, это его право, потому что наша задача – дать информацию. Бывает, что за буквально 1-2 минуты эту информацию человек не усваивает, поэтому к людям нужно обращаться и не один раз. И я очень рада за то, что у Галины сегодня нормальное состояние, нормальные анализы, нормальное обследование. Я надеюсь, что и дальше будет так, потому что продукт наш она очень любит. И Галина за этот продукт, об этом продукте говорит всегда только очень хорошие вещи. И вот наш партнер из города Приморско-Ахтарска, Лаус Валентина, 83 года, это тот человек, я всегда говорю, полковник в отставке, который работал всегда на первых позициях. И когда где-то возникает какая-то ситуация, почему-то вокруг нее всегда те люди, которым она бежит помочь. Это человек, который в своем возрасте, она 24 часа в сутки на ногах, она всегда кому-то помогает, она всегда что-то делает, она всегда это... Вот представьте себе, при массе тех проблем, которые она накопила за эти годы, смогла бы ли она двигаться, была бы она такая энергичная, была бы она, могла бы она что-то делать. Там была смешанная аллергия, там были проблемы с позвоночником, с сосудами, с давлением. Шли
Дециркуляторное нарушение в головном мозге, она даже вплоть до потери было сознания. Сегодня это все позади. Человек живет и ведет активный образ жизни. Она дома не сидит, она путешествует везде. То поедет в один конец России, то поедет в другой конец России. За границу не пустила в этом году, говорю, обстановка не та. Но это тот человек, который всегда в строю. Это благодаря нашему продукту. И хочу поделиться вот этим результатом. Это не мой, это результат, опять же, Валентины Лифановой в этом году. Раньше я слышала про нее в интернете только. А в этом году мы жили в одном отеле. Повезло с ней познакомиться. Это в прошлом профессиональный спортсмен. Это человек добрейшей души. И даже в свои 70 лет, вот посмотрите, да, вот она какая была. И вот что за 3 месяца сделала с ней косметика, о которой я говорила выше, швейцарская косметика. То есть здесь уже можно не рассказывать ничего, а вот посмотреть на этой фотографии. Это не фотошоп. Это тот человек, который не будет врать. И благодаря этому продукту на сегодняшний день она молодая, красивая, у нее прекрасный муж, мы с ними общались, когда были на событии. И этот человек, опять же, она понимает ценность продукта, она понимает значимость продукта, и она помогает людям. Наша задача не молчать. Мы с вами имеем сокровище в руках. Вот, ну, не молчите. Для кого-то это важно, для кого-то это жизнь, для кого-то это энергия, для кого-то это эмоции, для кого-то это просто качество другое будет жизни. И если этот продукт используют в космосе, а Афанасий Виктор Михайлович, он дважды был в космосе, только благодаря нашему продукту. Герой Советского Союза, кавалер Ордена Почетного Легиона, летчик-космонавт. Он сказал, если все люди будут принимать продукт Vision Project V, то человек в возрасте 120 лет перестанет считаться долгожителем. Поставьте 5 кто хочет дожить до 120 лет и быть при уме, при разуме и на ногах, и не быть никому обузой. Замечательно, я тоже хочу так. Поэтому давайте мечтать об этом, давайте планировать это, давайте спасибо говорить 1000 раз нашему продукту, компании, президенту, всем тем менеджерам, нашим партнерам, всем тем, кто принял для себя и сделал правильный выбор. И я 1000 раз сказала судьбе, и Господу, и Вселенной за то, что я услышала эту информацию, я ее услышала, я ее приняла. А сколько огромное количество людей мы спасли, сколько на свет появилось малышей благодаря мужу и нашей совместной работе в этом плане. Там, где традиционная медицина на людях поставила крест. У нас сегодня растут нормальные здоровые дети, которым уже и по 20, и 20 с лишним лет, у которых уже есть свои дети. Опять же, на этом продукте. И этих детей можно не счесть. И каждый сидящий здесь в комнате, они знают ценность этого продукта и знают, как он работает. Я хочу вам сказать сейчас огромное спасибо за то, что вы сегодня выдержали все мое долгое длительное выступление. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы уже на протяжении, кто-то более 20 лет, кто-то более 10, кто-то более 15, а кто-то, может быть, делает первые шаги. У вас есть прекрасные консультанты, у вас есть прекрасные вебинары, у вас есть марафоны, у вас есть семинары, у вас есть сессии, где полно информации. Сегодня... Ну, такой помощи, как имеют все новички, мы не имели 20 с лишним лет назад. Мы шли, мы пробивали себе и прокладывали дорогу сами. Но мы учимся у каждого из вас, сегодня находящихся в комнате. Мы учимся на всех школах, на всех вебинарах, мы узнаем, мы делимся. И мы стараемся помочь каждому человеку, встречающемуся на нашем пути. И поэтому низкий вам всем поклон. Огромная благодарность за то, что вы здесь, за то, что вы с нами. И самое главное, хочу пожелать вам всем, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы были все счастливы, чтобы ваши семьи были здоровы. На следующий день, на следующей неделе в этой вебинарной комнате выступят партнеры компании, особо важные персоны. Это замечательная семейная пара, которые ведут семейный бизнес. С ними мы буквально практически с первых дней. Мы параллельных 2 региона, параллельные структуры у одного были спонсора раньше. Сегодня мы помогаем друг другу. Мы, наверное, больше, чем друзья, больше, чем знакомые. И даже ближе, чем некоторые бывают родственники. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Мы не имеем секретов друг от друга. Мы все, что мы узнаем, мы делимся друг с другом. Это Фищенко Наталья и Дмитрий. И они преподнесут потрясающую тему и расскажут,
Очень эффективно, очень эмоционально, очень профессионально. Волшебная сила продукта Project V. Не пропустите. Уже сейчас приглашайте людей, делайте, давайте им информацию, делитесь этой информацией. Вообще я хочу сказать, что самые лучшие люди в компании Freedom International Group в проекте Project V, CoffeeCell. Это все то, что направлено на здоровье людей. Это все, что помогает нам жить и не быть обузой для окружающих. Это все, что дает нам силы, позволяет делать, строить планы, ставить новые цели. Вы самые-самые лучшие. Я вас всех люблю. Спасибо вам огромное. Вместе мы сила. До встречи. Спасибо огромное Татьяне Лученковой и Наталье Скачиловой за нашу комнату, за вебинары. И спасибо всем-всем-всем.